По итогам минувшего тура Суперлиги игроки новой генерации отличились, а мини-футбольная Ухта и вовсе гарантировала себе первое место по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона. Так, лучшим игроком тура стал Даниил Ильин из новой генерации, автором лучшего гола, его товарищ по команде Роман Иванин. Вот как это было. Ромов против Иванина. Иванин уходит от всех. И какой гол Романа Иванина! Какая красота! И отсюда, конечно же, столько эмоций!